Определены лауреаты ежегодной премии главы республики по калмыцкому языку «Кельнебелик». В каждой из четырех номинаций по три победителя. Среди них лучшие ученики, знатоки калмыцкого языка. Они получат премию за высокие результаты по предметам этнокультурной направленности в олимпиадах, конкурсах, ученических конференциях. Поощряются также учителя и воспитатели, которые внесли большой вклад в сохранение и развитие калмыцкого языка, а также семьи, пропагандирующие родной язык. Каждый из учеников получил по 5000 рублей, учителя, воспитатели и семьи по 10 тысяч рублей. Напомним, премия главы по калмыцкому языку была учреждена в 2002 году. За 20 лет ее получили более 250 человек. В этом году она досталась 12 лауреатам. Среди школьников лучшими признаны ученицы Хашиутовской школы Алина Моникова, Калмыцкой национальной гимназии Солун Качирова и Жалыковской школы Карина Сангаджиева. Премией также отмечены преподаватели Ергенинской школы Светлана Кашаева, Лаганской школы номер 3 Елена Павлова, Элистинской школы номер 21 Людмила Санджиева. Также премии «Кельнебелик» удостоились воспитатели детских садов «Айс» Валентина Мацакова, номер 32 Байрта Сульцумова, номер 16 Бадым Цыцык Кемя Эрджеева, Владимир и Айса Болдыревы из села Северное Лаганского района, а также Санал и Цаган Ивановы из Элисты и Александр и Цаган Лиджиевы из поселка Яшкуль, признаны самыми патриотичными семьями, в которых ценят и пропагандируют родную речь.